Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, на канале Майджи.ру. Про наш новый магазин Майджи.хом на Озоне, на котором мы продаем оригинальные японские продукты питания, хост-товары. Самые популярные вопросы, которые люди задают, давайте отвечу на все сразу. Что касается санкций, которые ввела Япония против экспорта в Россию по моторным трансмиссионным маслам, специальным жидкостям, это никак не касается японских товаров продуктовых, поэтому все это абсолютно нормально возится. Единственное, там одна позиция выпала, это, по-моему, отбеливатели какие-то, которые попали в эти санкционные списки. Вот, все остальное возится нормально абсолютно, все ровно приходит, контейнеры идут, поставки стабильные, все абсолютно ровно. Что касается дополнения нашего магазина, мы его наполнили с самого начала тестовыми продуктами, мы добавили там около 250 позиций. На данный момент очень много чего было продано. Еще раз напомню, это тестовый режим. Мы только отрабатываем отгрузки, потому что только на Озоне сделали магазин. Еще у нас будет еще на Wildberries, на Мегамаркете, на Яндекс.Маркете. Вот, поэтому пока отрабатываем в тестовом режиме на Озоне. Товар у нас сейчас идет очень много. Два контейнера только приходят у нас через примерно пару недель. Ну, там 12 даже дней примерно на контейнере мы ожидаем. Поэтому будет большое поступление. Будет много очень поступления по самым ходовым таким позициям локомотивным, типа кофе, стиральные порошки японские и так далее. Это классные продукты, которые люди реально распробовали и которые многим уже нравятся. Сейчас там ароматизатор различный, класс и так далее. В общем, по мере поступления товара я буду про это говорить. Проблем с поставками, еще раз напомню, нет. А расширение ассортимента, как я и обещал, примерно до 500 позиций к концу этого года, а может быть, чуть даже побольше, оно будет 100% в любом случае, поэтому поставки стабильные, все абсолютно ровно. Если вы с нами работаете, покупаете у нас продукцию по моторам, трансмиссионным маслам, там, специальным жидкостям, то вы наверняка последние несколько дней там получали, может быть, от нас продукты с такими вот наклеечками. Это реклама карстового магазина MyGT.home, которые мы клеим на разные продукты, поэтому можете переходить по ссылке, по QR и прямо попадать в наш магазин по продуктам. Напомню еще раз, что если вы в течение там ближайшей недели откроете наш магазин, этот MyGT.home, вы там увидите остатки, скажем так, товара, потому что это был тестовый режим вводный. Мы получаем и приходим товар буквально через пару недель. Там будет очень много всего интересного, прям не пожалейте. А если зайдете, обязательно через там пару недель посмотрите, что там у нас будет выставлено. Там вот правда реально очень много классных вещей. Вот, и последний раз мы еще вот отгрузки когда делали через наши маркеты по маслам, мы еще такие вот подарочки там прикрепляли, кому досталось, тому повезло, мы там некоторым дарили наборы такие маленькие по шоколадкам японским. Прикольные шоколадки. Ну, кому повезло, конечно, там это шоколадок не так много было. Еще раз напомню, что магазин будет наполняться. До конца года мы планируем ввести около 500 позиций новых туда, в этот магазин. Ссылка на магазин я оставлю в описании к этому видео. Поставки стабильные. Никаких проблем с поставками по японским этим продуктам нет. Абсолютно все абсолютно ровно приходит. Так что welcome, заходите, смотрите. Я буду рассказывать периодически про продукты в нашем этом новом магазине, потому что для нас это бизнес прям, ну, реально интересный. Я думаю, что японский товар оценят очень много людей в ближайшее время. Всем пока!